Вася, сейчас эту рулю, мур-мур-рору, еще раз будем скатывать. Я тебе поясню, пожалуйста, спасибо. Вот это делается так, кладется это водоросль, кладется этот сушеный, да? Потом какая-то белая специальная такая начинка, не знаю, кладется этот какой-то японский, называется, не помню. Потом этот специальный рыба, помню, как называется, сальмон называется, такой, такой вот. Сальмон, можно кусать кусочек. Потом специальный этот японский тропический фрукт, кукумбер. Такой специальный полосатый кладется. Вот, потом. Мы вообще обходимся без этой вот штуки обходимся. Потому что, нет, есть у нас эта штука специальный такой, да. Типа красиво. Но на самом деле удобнее пленка обычной берешь, пищевой пленка. Берешь, то же самое, как с этой штукой делаешь. Заворачиваешь аккуратно этот кукумбер все. Подбираешь туда-сюда. Вася, тут этот нори лупается у нас вообще много. Я поражил в этот момент последний. Жалко стало. Вот, потом... Немножко, Васенька, водичкой тут край можно пройти, водичкой, да. Чтобы когда ты завернешь, он прилип туда. Прилип, Вася. И потом эта пленка сюда кладешь, да. Этот пленка, Васенька, сюда кладешь. Так, по-честному. Раз, завернул. Ну, я еще люблю, на самом деле, чтобы они такие, эти пшуши, чтобы они, Васенька, были такие покрепче, по-честному тебе скажу. Покрепче. А чтобы они были покрепче, что можно сделать? Есть еще у меня пленка. Такой, Васенька, сейчас попробую тебе настроить, и с ума сойдешь, да? Так, вот, Вася, один, два, три секунды, сейчас все настрою. Вася, по-честному настрою, вот. Так, поставим эта штука. Есть такой у меня пленка, такой. Вот он так выглядит. Берешь этот кукумбер, который получился такой, и вот так его, Васенька, этой пленочкой потихоньку, полегоньку мотаешь. Туда-сюда можно так сделать тоже. Поворотик, чтобы эти были края. И вот так, Васенька, потихонечку его плотненькой делаешь. Плотненький, Вася. Оборвался случайно, перетянул чуть-чуть. Ну, бывает там, перестараюсь, да. Вот так. Вот так, Васенька. Мотаешь. Получается такой кукумбер прямо, как будто бы я этот фрукт, этот тропический, да? Кукумбер такой, да? Получается такой довольно плотный. Его если кинешь, он такой, Васенька, как мячик такой, видишь, плотный, да? Потом этот кукумбер убираешь в холодильник, спокойно ты, да. Убираешь в холодильник, там он холодный становится, все можно кушать, до свидания.